Ух ты, блядь, как он его уебал. Как он у мотоциклиста уебал этого пешехода, блядь. Ты на моих глазах, блядь. Да я что-то не видел. Как уебенил его нахуй. Да. Стрельки рядом. Да. Молодец. Что делаешь, Марина? А? Что делаешь? Я? Да. Йо! Ого! Это ты сделал? Нет, не я. Это ты за бантика. Сидели в машине. Like 9 months worth of work. That's a lot of work. That's not a one-man job. Then that's a lot of time. That's. Попали. Блядь!
наделал? Что ты наделал здесь в движении, не знаю? Так сложно вот эту следить. Эх ты, блядь, стой! Нано! Ебать! Прям чуть-чуть, да ты чё, мужик, ё-моё, кто виноват-то? Он виноват. Его пропустил, ё-моё. У 1920 році Радмарком України запровадив обов'язкове навчання української, обов'язкове вивчення, мабуть, української мови в школах. Oh,